По факту захвата заложницы в Северодвинском центре микрозаймов возбуждено уголовное дело. Главный фигурант – 54-летний житель города Карабелов. По версии следствия, 11 марта подозреваемый, перед этим употребив спиртное, ворвался в микрокредитную организацию с обрезом охотничьего ружья. Затем пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу и потребовал, чтобы руководство компании срочно прибыло в офис. Однако потерпевшей удалось нажать тревожную кнопку, и вскоре подозреваемый был задержан. В ходе допроса подозреваемый в захвате заложника признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8000 рублей. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч, в сети интернет распространяли порочащие его и близких сведения, он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое. Кстати, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям коллекторов, если показания мужчины найдут свое подтверждение.